На Крымской аллее высажены саженцы каштанов, яблонь, сосен, пирамидальные круглые туи. Эти деревья подарили Подмосковью крымчане во время визита в Крым заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина. Саженцы доставили в Подмосковье военные летчики. Растения полностью адаптированы к нашему климату. Кроме этого, на аллее были установлены 3 скамейки. Отметим, что помимо сотрудников областного госстройнадзора в посадке саженцев участвовали местные жители. Они пообещали заботиться о молодых деревцах.